Ой, я не могу тебя сфотографировать. Я буду побольше видео твоего снимать. Это очень красивая девочка. Девочка бело-кремового окраса. После Юнки практически оделась в шикарную шубу. У нее хорошие толстые лапы. Морда. Мордочка, да, нежнее сказать. Море шерсти. Она с характером таким милым, потрясающим. Я не могу ее хорошо сфотографировать. Во-первых, она уже взросленькая. Во-вторых, она уши зажимает. Она хочет на ручки, хочет бегать. Тихо. Вот на это она понимает. Край стола мы с ней изучили. Я ей показала. Все, сиди. Сиди. Нет, я боюсь тебя. Она без недостатков. Она идеальная. У нее прекрасная родословная. Вообще засиделась. Удивительно. Я никак не могла ее переснять, потому что она была в линьке. Только сейчас начала одеваться. Ну ты молодец. Давай я на секундочку. А давай я на диван тебя посажу и просто сниму тебя издалека. Или ты с дивана спрыгнешь? Ты спрыгнешь с дивана, да? Да, спрыгнешь. Это ты умеешь. Ну крутая же, ну клубок шерсти. Да, ты теперь ко мне хочешь. Ты очень контактно ориентирована на человека. Очень, очень, очень.